Всем приветики! Мы возвращаемся в игру «Кухонная лихорадочка». Будет нас лихорадить с вами по полной. Так, у меня, как всегда, F11 не работает, чтобы я могла... О, полный экран сделать. Пишем теперь вкладку, переключаем. Теперь более-менее нормально у нас. Все всецело. Сейчас мы выравниваем, чтобы вам все-таки получше смотрелось. Покрупнее, так сказать. Конечно, не идеал, но... Блин, господи, даже в эту не попадает. Так, рекламу отключить можем, отлично. Так, во что мы сегодня играем? Что мы сегодня играем? Не знаю, во что мы играем. Так, сейчас я микрофон переставлю, чтобы клацанье мышки не слышали. Так. Опа, надеюсь, теперь все хорошо. Так, в первую очередь, снимаю я сливки. Все-таки я кучу столько кафешек открыла, значит, надо мне снять то, что я получила. Так, кафе для завтраков. Да, кафе для завтраков выгодно с точки зрения дивидендов. Так, пиццерия у нас тоже выгодна, так же, как кафе для завтраков. Суши у нас пройден полностью, в итоге практически 900 монет мы получаем. Красота-то какая. Так, закусочная совсем невыгодно, но это самое первое кафе. Как вы понимаете, ничего особенного здесь нет. А пекарня пройдена полностью. Получаем меньше, чем пиццерии и кафе для завтраков. Так, китайский ресторан так себе пройден. Так, что, казино сыграем? Хотя, ну да, один разок. Один разок, потому что если мы что-то выиграем из алмазов, то красота, пойдем на улучшение. Ну, два разка. Ну, три. Как говорится, Бог любит троицу. Попробуем третий сыграть. Может, разработчики у нас верующие? Нет, не получится. Ладно, четвертый раз сыграю. Все равно сейчас Нет, пятый раз сыграю. Так. Все, это последний. Так, нет. А, не, ладно, давайте шестой. Вот так, ребяточки, с азартными играми и начинают. Так, 600 выиграли, значит, шестой играем еще раз. У нас же ушел минус. Сейчас мы ничего не выиграем. Так, все, больше не играем. Так, переходим на остров. Теперь мы ходим по нашим курортам и собираем дивиденды. Так, бар мороженого, бар райское наслаждение. А, это бар напитков. Так, бар мороженого. И летим в горы. В горы летим. Тут наш гриль с вами стоит. Так, забираем 340. Так, что мы можем улучшить? У нас что-то появилось, возможность улучшения чего-то за 10 тысяч, насколько я помню. Или все только с алмазами. Так, опять реклама. Так, реклама. Реклама, я хочу тебя отключить, отключайся. Так, здесь у нас все с вами стало за алмазы, причем за алмазы очень-очень недешево. Так, аппарат с квасом, столы, подносы. Так, капустный салат. Вот, отлично. Улучшим хотя бы капустный салат. Так, 12 тысяч у нас нету. Чтобы капустный салат сделать, это хоть единственное что-то, что мы можем улучшить без алмазов. Ладно, пробуем четвертый уровень пройти, но я и так знаю, что я его не пройду. А почему? Да по качану. Так-с. Раз, два, три, раз, два, три. Опа, 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 опа. Так-с. А, про дровишки-то я забыла. Обалдеть. Я забыла про дровишки. Так-с. Вперед и режем. Так-с. Так, классик. Слайдер, я тебя улучшу в следующий раз. Давай, айда. Айда, айда, айда. Так-с. Так, так, так. Такс. Такс. Что, у нас не сгорело мясо? Нет еще? Так, а, мы, кстати, мужику можем отдать мясо. Забыла про мужика. Совсем, представляете? Такс. 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 Так, мужику отдаем. Так. Тете отдаем.
Так-с. Так-с. И вот так. Так-с. Это капустка. Так-с. И еще чего-то. И еще чего-то тролля-лёпа. Так-с. Ну давай, 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 слайдер. Блин, все, уровень не пройден. Ха-ха-ха. Обслужено 3 покупателя, получено всего 56 от них и куча не получено. Короче, нереально. Нереально. Мне надо слайсер улучшать. Прям конкретно улучшать слайсер, потому что просто подалово с ним полное. С чем я открыла это с дымком? Ладно, идем дальше. Давайте в коктейль-бар посмотрим, что тут Саша у нас натворил, потому что последние разы он у нас играл. Может, что-то хорошее? Такс. А где у нас кухня вообще? Может, тут что-то можно улучшить было? Так. Эта машина льда, конечно, просто прибивает. Такс, это сюда, это сюда, это сюда, это сюда. Так, а мужик хочет оранжевый, держим. Нет? А, ты хочешь... Блин, не то вставила. Почему нельзя вытащить какой-то ингредиент из тех, что не нужны? Такс. Короче, походу... Ой, тут так, блин, Клинтон, тут так, а... Чем я делаю лед? Хрен его знает, зачем я делаю лед. Так, а... Такс. Единственная возможность это здесь чаевые получать. Так, блин. Такс. Лимончик, зонтик и иди отсюда. Так, следующий, кто ты так? Так, ты хочешь клубничку у нас? Пожалуйста. И ты хочешь у нас зонтики, мяты, синенькую фигню? Пожалуйста. Какая клубничка? Это же арбузик. Так, шарик держи. Лимончик ты хочешь, держи. Да, если я начну проходить здесь уровни, то я реально стану просто пипец какая знатокующая в том же Вормаксе. Так, со льдом мне нафиг никого не хочу обслуживать. Идите в попу. Попу. А вы туда не хотите. Жалко. Такс. Такс. Мы только синенького обслужим. Ай, синенький со льдом, держи! Мы тебе уже все сделали. Вот ты стерва, а? Нет, это тоже нереально. С моей реакцией это нереально. Больше половины не хватает. То есть я, конечно, себя люблю, но я прекрасно понимаю, что многое сделать просто нереально. Тем более, если Саша здесь не смог пойти дальше. Так, у нас тут, по-моему, за деньги ничего увеличить больше нельзя. Только за алмазики. А я тут, короче, уже кучу всего улучшала за алмазики. Потому что, в отличие от других кафешек, тут хотя бы можно что-то увеличить за алмазики. Слушайте, я вспомнила, в гриле у нас за 10 тысяч можно было улучшать какие-то ингредиенты. Так, бар мороженое я не хочу. Я хочу сосиски с яйцом. Я хочу кафе для завтраков. Не знаю, почему я хочу. Так, ну почему-то я хочу. Так, улучшение для кухни. У нас есть что-нибудь за деньги? Навряд ли. По сути, я тут уже все улучшила, что только могла. Остались за алмазики. Одно хорошо, даже когда вы не проходите, вам все равно дают опыт. Это прохождение к следующему уровню, и вы получаете деньжата. Так, здесь у нас тоже алмазики.
Такс. Поняла. Здесь нечего ловить. Так, 24 уровень. Так, если моя рука сегодня соображает быстро, я успею. Так, первое яйцо пошло. Печка, сосиска пошла. Так, яйцо пошло. Такс. Так, 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 так. И вот так, и вот так, так. Держи печеньку. Ой, блин. Ой, блин, ой, блин. Ой, блин. Так, держи печеньку. Такс. Сосиска и помидорки. Такс. Хлебушек и помидорки. Держи. И валите отсюда оба. Оба валите во свояси. Так. Так, теперь мы вызываем двоих. Потому что одна хочет печенька, другая хочет кофе. Прелесть. Такс, это мы вызываем. Такс. Тут печеньки. Такс. Вызываем следующего. Так, сосиски. Такс. Блин. А, черт побери. Руки, 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 крюки. Рюки, крюки. Такс. Такс. Господи ты, боже мой. Как вы много всего хотите, да? Так, яйцо, фасоль, сосиски. Такс. Быстро снять. Фасоль и хлебушек. Прелесть. Прелесть. Так, кофе держи. Так, печеньки держи. Так, что у нас там следующее пойдет? По распорядку. Так, сосиски. А, блин, Клинтон, у меня сейчас яйцо сгорит. Я не успею дать так быстро этому пацану то, что он хочет. Так, и пофиг с ним. Так, такс, яйцо, такс. Такс, яйцо горит, горит, горит. Нет, не горит. Так, ладно, пофиг. Печеньки, печеньки. Такс. Так, кто там следующий? Следующих уже нету? Ну вот, яйца, сосиски. Опять не хватило. Чуть-чуть, буквально чуть-чуть. То есть чуть-чуть рука ускорится. Так, какая-то попытка у меня уже 50-я. Ладно, 3 раза пробую играть в этот уровень. Если ничего не получается, то значит полная засада. Так, что поделаешь? Такс. 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 И вот такс. Так, что у нас тут? Печеньки, помидорки. Держи. Так, и фасолька, и помидорки. Держи. Так, у нас все горит, у нас все горит. Так, так, так. Главное не паниковать, главное не паниковать. Такс. Печеньки, кофе, яйцо, держи. И вали отсюда, во свояси. Так, чтобы мои глаза тебя не видели. Так, что тут у нас? Печеньки. Держи фасольку. Давай, где там мужик, который хочет помидоры? Такс. Вот такс. Такс. Такс, фасолька, масолька, хрисолька, так, фасолька, хлебушек, такс, такс, так, 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 блин, Клинтон, так, я явно не успеваю, но ничего страшного, успею, такс, сосиска, сосиска, яйцо. Так, 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 так. Фасоль и хлеб. Фасоль и хлеб, держи. Так, ты держи свой кофе, иди во свояси. Так, сосиска. Так, давай, 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 вали отсюда, яйцо сгорело. Блин, Клинтон, да? Так, ничего страшного, ничего страшного.
Такс. Сплошные тут засады. Так. Блин, Клинтон. Блин, Клинтон. Такс. Что тут у нас? Яйцо. Яйцо, кофе. И кофе. Так, и тебе это, и. Скажите кто-нибудь, что хочет кофе. Кофе, отлично, кофе хочет. Так, мужик, подожди, не уходи. А, черт, печеньки. Yes, я прошла! Так, вот видите, ребята, чуть-чуть рука, буквально на сантиметр ускорилась, и все. Да я еще и прошла уровень, и получила 7 алмазов в подарок. О, ништяк! Аллилуйя, я прошла. Ба-ба-ба. Я не знаю, ребят, но для меня... О, я обслуживаю 21 клиент. Офигеть. Это большее количество, которое я, наверное, обслуживала за всю свою жизнь. Это просто, просто улет. Так. 7 алмазиков у меня есть. На что спустить? Вопрос на засыпку. Такс. Блин, я не то дала, я не то положила. Вы представляете, ребят, я не то положила и туплю, и туплю. Если бы не ступила, то у меня бы, блин, не улетели. Вот я тупая, а? Ну как же так начать? Плохо надо было, а? Ах, я идиотка, а? Вот что... А, ну вот, мужик пришел. Слава тебе, Господи-то. Хоть на мужике оторвалась. Так, сейчас второе еще яйцо сгорит. Типа, мне же мало одного. Так, давай, иди. Иди, пацан, отсюда. Иди, 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 восвояси. Так, что у нас? Фасольку, помидоры. Так, ты сюда, ты кофе сюда. Так, блин. Блин, блин, блин. Такс. Черт побери. Мужик, ты мне мало смешаешь. Ты в курсах? Такс. Так, давай. Блин, чё же никто сосиски с яйцами-то не хочет? Ой, ё-моё, захотел, называется, сосиски с яйцами. Так, что? Да, бляха-муха, да что это за хрень такая, а? Я ложу-ложу, они не ложатся. Так, перезапуск уровня. Всё сгорело, всё загорелось. Кошмар какой-то. Невезуха называется. Так, значит, фасольки сюда... Блин! Ну как ты так умудрилась яйцо сгореть, а? Я ж практически тебя поджарила уже. Да чтоб тебя... Да пофиг с этими яйцами, чтобы не мерещило это корящее мне. Так, давай, печеньки. Я знаю, ты хочешь печеньки. Так, и ты хочешь яйцо, и печеньки. Так, отлично, давайте. Блин. Что у меня мышка-то заедает? Рука, что ли, уже устала? Да чтоб тебя! Ты не должна была уставать. Так, фасольки, помидорки, кофеёк. Так, сюда, значит, сосиска идет. Прелестно, прелестно. Так, опять сгорела эта штука. Штука-дрюка-нюка. Так. Такс. У меня сейчас все будет гореть, а эти сволочи хотят вечно все не то. Не то хотят. Такс. Да чтоб тебя. У меня сейчас сосиска еще одна сгорит. Быстро скажите, кому яйца надо. Вот ты поляха-муха. Прям супер-мупер-фупер. Легко. Да козлик ты. Куда тебе столько влезет? Ёкарный бабай. Печеньки. На этом уровне, короче, все хотят печеньки. Жрать печеньки, бока наедать, целлюлит, так сказать, свой. Радовал, чтобы он их усиленно. Так, сосиски, 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 сосиски. Так, девушка, иди ты в попу, а? Так, у меня, к сожалению, нету для тебя ничего. Ничего нету, только...
Ой, ёпарасете, а? Клинтон, блин, Клинтон. Вот какой печенюшник-то, а? Вы посмотрите на него. Одно сплошное печенье хочет. Прям вообще. Так, ну, пацан, ты куда ушел-то? Так, кстати, ну этот уровень реально пройти, если не допускать ошибок. У меня как-то плохо с этим получается. Сейчас попробуем еще раз, может тогда будет это, 25-25. Так, печеньки в первую очередь, потом яичко, потом тарелки, потом сосиска. Так, потом яичко еще раз, так. Что у нас тут, кофе? Печеньки, помидорки, сосиски, яички. Так, быстро мы их складываем. Кому печеньки? Никому печеньки не надо. Так, отлично. Значит, сосиски в тесте. Так, это печеньки сюда. Так, это мы сюда. Так, мужик, я знаю, что тебе нужна печенька. Так. Так. Блин, кофе тебе подавай. Так, дама с Амстердама. Так. Ну давай, все, следующий. Кто там у нас? Кофеманка. Так. Блин, сосиску ты хочешь? Так, держи сосиску. Такс. Чё, кому там? Печенька тебе? Тебе тоже печенька? Нет печеньки, яйцо есть. Яйцо. Ой, ёпарасете. Так, всё даю. Так, и главное успеть сосиску снять. Отлично, сосиску успела снять. Такс. Пока еще более-менее нормально, ничего не сожгла. Это уже радует, не может не радовать. Так, такс. Сосиска. Блехомуха. Так, тарелку уже поставить не могу. Ну, совсем дошла до крайности. Так, яичко. О, блин, не то дала. Чуть не... мужик, вернись! Твое яйцо! Так, ну, я ошибок не допускала, но я чуть-чуть медлила. Смотрите, было 19 клиентов, но сейчас 18. Значит, надо пробовать еще раз. Короче, с попытки 25 у меня опять получится пройти этот уровень. Так, значит, печеньки. Я, правда, не помню, кто у меня что требует вначале. Так, ухнем. Так, яйцо, значит, сюда отдаем ему. Так, это мы сюда отдаем ему. Так, это мы, куда мы? Не знаю, куда мы, короче. Так, фасольки, помидорки. Так, отдаем сюда. Так, отдаем сюда. Так, тесто. Так, это мы сюда даем. Так, это мы сюда. Так, это помидорки, фасольки. Так, вот так. Так. Давай. Кофе ты хочешь? Отлично, девушка. Кофе-то кофе. Блин, кто тут печеньки-то у нас хочет? Так, сосисочка. Так, давай, что тут у нас? Печеньки ты хочешь? Отлично. Давай, пацан, кто следующий? Ой, ёпарасете. Так, такс. Фасолька, помидорка. Такс. И вот такс. Такс и такс. Такс и такс.
Такс и такс, сказал бедняксь. Такс, такс. Так, 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 сосиска горит. Ай, блин, яйцо сгорело, да чтоб тебя! Вот вызвала слишком много я вызвала. Что поделаешь, ну нет у меня второго яйца, если я его выкину, у меня будет минус. Ну что б вас, а? Да ёкарный бабай. Давай тебе отдадим вначале. Так, это тебе отдадим. Так, а это мы что получается? Отдаем тебе. Так, ёкарный бабай. Так, так, все готово у нас здесь. Так, куда вы все ушли, а? Ну вы куда все ушли? Короче, 25 уровень я пройду, видимо, со следующего раза. О, уже 20 человек обслужила. Правда, я 4 монетки потеряла из-за того, что я выкинула мусор. Так что в следующий раз, я думаю, 25-й я сделаю. Так что, а на сегодня, я думаю, нам пора прощаться. Леночка пойдет передохнет. Так что всем пока, мои сладенькие. И помните, обязательно у вас получится, даже если не с первого раза. Пока-пока.